С воскресеньем, друзья. Мыш, ути. Ну, покажи, как ты любишь моих друзей. Ну, покажи, хорошо. Ути. Молодец. Приветствую вас, друзья. Сегодня 14 июня 2020 года, воскресенье. Прекрасный день. Вчера я целый день провел в молитвах и глупо засмеялся. Ну, никак не могу привыкнуть к тому, что я рассказываю о таком личном. Ну, ничего. Вы же меня знаете, я старею, никуда не деться. Ну, вот и сегодня Господь дал нам прекрасный день. Не зря я молился, как требует эта Библия, Ветхий Завет, в субботу Богу живому. Имя Его Саофа и Бога, я призываю Его сегодня. Господь, сделай, Ты живой Бог, Ты владыка земли и неба. Благослови меня и всех, кто сегодня посмотрит эту передачу, хорошим настроением, здоровьем, радостью в жизни. Дай мудрость, главное, каждому, кто просит ее у тебя. Подскажи, Господь, нам грешным, что это самое главное — получить от тебя мудрость, чтобы спланировать свою жизнь, ну или хотя бы день или неделю так, чтобы она была удачной. Всем прекрасного настроения, хорошего дня. Ну, проведите его по полной. И вот вам на прощание цветы. Весь ваш.